У нас остался тазовый блок, ну это понятно, да, все понимают, это сексуальные процессы, наша опора, наша какая-то центр тяжести, наша активность, наше движение, да, это все у нас таз. Таз часто бывает заблокирован. А, по-разному, да, у нас, смотрите, тазовый блок, это у женщин часто бывает, так, сейчас покажу вам. Сейчас я вам попробую показать. Так, например, у женщин часто бывает так, что попка вон туда, вот так, да, вот так, и такой тут лордозик. А у мужчин часто бывает туда хвост поджать, там все в себя, да, и пошла, да, вот так. Плоская попа, да, туда у женщин вот так. Это и то, и другое есть протазовый блок. И тогда у нас тазовый блок. Тема там поиска желаний, влечений, ну, в общем-то, чтобы вы понимали, да, для Райха это, конечно, такая тема сексуальной энергии, все оттуда, это оттуда идет, и формирование блоков идет снизу вверх, начиная с тазового блока. А разблокируем, помним, сверху вниз, ну, так эффективнее. Ну, хотя бы там, пускай не с глазного, вы начали, если у вас тазовый блок, мы начинаем, пускай, с челюсти. Фигура огонь. Спасибо. Не удержалась. Да. Так. Итак, тазовый блок. Ну, самое популярное. Ну, я там не буду вам. Можно опять все упражнения с фитнеса приветствуются. Но у Райха основное упражнение его вот на этот тазовый блок, это, естественно, губка Райха. Вот, естественно, это такая основная. Ну, но опять же, ну давайте не будем начинать. Даже если у вас тазовый блок, помним, начинаем сверху. А, да, спасибо за комплименты, за фигуру, очень приятно. Давайте я вам покажу губку Райха, потому что это такая самая основная, самая базовая, ну, все, ну, не знаю, все знают, наверное, те, кто знаком с табуреткой. Вот у меня такая табуретка обычная совершенно, вот, покажу вам. Любой стул подойдет, диван подойдет. Вообще... Попробуем еще. Чуть-чуть нам осталось, я хотя бы вам покажу губку Райха, и все, и мы закончим на этом. Потому что это такое хорошее базовое упражнение. Но сейчас попробую, не знаю, будет видно, не видно. Тут я, вот видите, все приготовила, чтобы показывать. По-моему, нифига видно не будет. Так, ладно, вниз, вниз попробуем. Ага. Спасибо, все, посыпались комплименты мне по фигуре. Не надо было провести упражнение по телеске, чтобы получить столько комплиментов. Так, так, все. Вот. Так, вам важно, что вам важно, чтобы вы видели мои таз и голову. Так, мои таз и голову. Сейчас я вам как-то попытаюсь и то, и другое показать. Так, у нас как работает? То есть таз, мы как бы перекатываемся, да? Сейчас показываю таз сначала. Перекатываемся. Копчик. Вот так. Угу. Голова. При этом голова тоже работает. То есть вы как бы... Ноги расставлены. Они, ну, как бы ноги расставлены. На ширине плеч, будем говорить. Так, видно, понятно? Так. Благодарю вас. Да, красивый огонь. Спасибо, спасибо. Разблокировалась. Ну, видно, что голова работает у нас, да. То есть вот так, если вы будете там с распущенными волосами, у вас здесь может быть даже такой колтун, потому что мы это делаем упражнение немало. То есть по времени оно делается, ну, минут 15. Ну, по-хорошему, да, хотя бы. Ну, хоть 10 делайте. У меня кончик торчит и больно. Копчик, видимо, да? Угу. Ну, вот, как часто делать? Слушайте, вот когда вы вошли, вы можете там, ну, пару раз в неделю делать, да, вы вошли там 2-3 раза в неделю, как любые упражнения, чтобы было, ну, как-то вот была динамика, хоть каждый день можно сначала делать. А,